Victory Distribution представляет персональная серия спортивного питания премиум-класса от легенды бодибилдинга Кевина Леврона. Привет всем, вы смотрите GOB Channel, и сегодня мы говорим о детях, пожалуй, самого знаменитого бодибилдера в истории, семикратного мистера Олимпия Арнольда Шварценеггера. С одной стороны, им, казалось бы, повезло. Когда твой отец – культурист, терминатор и бывший губернатор в одном лице, это ли не повод для гордости? Но, с другой стороны, ожидания общественности зашкаливают, и того же Патрика, сына Арнольда, фанаты звезды не раз осуждали за то, что он не пошел по стопам отца, казалось бы, с такой-то генетикой. Но, принимая во внимание то, что жизнь Патрика – это его личный выбор, тем более, что он уже успел попробовать себя в роли модели, актера и недавно закончил бизнес-колледж, все же он и его брат Кристофер – не единственные носители генетики Шварценеггера по мужской линии. Поклонники бодибилдинга нашли внебрачного сына Арнольда, Джозефа, даже более похожим на отца, чем дети Шварца от законного брака. Напомню, в 2011 году Арни признался, что у него на протяжении 10 лет была связь с замужней мексиканской горничной Милдред Баеной, в результате которой на свет появился мальчик Джозеф, причем всего на 5 дней позже Кристофера. И если ребенком мальчик выглядел скорее невзрачно, то по мере взросления он приобщился к тренировкам, на 16 лет Арнольд подарил ему домашний тренажерный зал, и теперь, в свои 18, Джозеф изучает бизнес-менеджмент в университете Малибу, параллельно немного поднабрал массы и, в том числе за счет прически, по уверениям многих, похож на отца времен съемок того в образе Конана Варвара. Ну, разве что от матери унаследовал несколько грубые черты лица. Ну а весной этого года Арнольд и вовсе решил потренировать внебрачного сына в кузнице чемпионов Gold's Venus. Надо полагать, тренировка прошла удачно, ведь когда тебя тренирует Арни, при том, что он же твой отец, грех не выкладываться по полной. Похоже, что парень все же тренируется просто для поддержания формы и выступающим культуристом себя не видит. Однако при ином раскладе Арни, как лучший тренер и ментор, наверняка бы его поддержал. Ну а что скажете вы? Есть ли сходство между Арнольдом и Джозефом? Или все это только домыслы прессы и отдельных фанатов актера? Пишите в комментариях. И да, совсем скоро в рамках сотрудничества с официальной группой Франко Коломбо ВКонтакте я опубликую на канале редкое видео с Арнольдом, в котором он говорит о тренировках и своих отношениях с женщинами. А этот выпуск для вас, как всегда, подготовил Андрей Луценко. Подписывайтесь на канал и следите за обновлениями на GOB Channel.